Тебя снимают? Не, не пройти куда? На гору-то. А ты хотел все-таки подняться на гору? Не подняться, а хотя бы часть. Не, ну мы можем вернуться же, нам что, недолго. Там где ставить-то? Или вот в начале, когда въезжали там в какие-то гаражи. Да, да, да. Была дорога. Вот, но это не БелАЗ. Это не БелАЗ, да. Народ идет в очередь. Если не снимаешь. Я забыл. Так. Вот дорога куда-то. Ну нет, это не дорога. Ну, плохая, да? А, здесь ведь, по-моему, где-то все останавливались, карьеры были. Да? Все шикарно. Интересно. Это не вот это ли смотровая площадь? А, это заправка. Позлец. Офигеть. С маркетом даже. Фикард. Там это алкогольный магазин, по-моему. Так, тут с двух сторон, короче, карьер у нас кружит. Блин, тут пылища такая стоит. Сейчас попробуем подъехать, чтобы карьерчик посмотреть. А он, кстати, затопленный. То есть он выработанный, что ли? А тут что-то все засыпано. Интересно. Ха, это что у нас? Запретная зона. Хвостохранилище, обогатительная фабрика ООО в ГОК. Посторонним вход запрещен. Хвосты. Хвостохранилище, это как? Ну, какая-то дорога. Ага. Правда, труба. Я, ну, заехать-то туда можно. А это в карьер, наверное, дорога. Это карьер. Ой. А что без воды? Вон вода. Это если туда пройти, может, его видно будет, да? Ну что, надо искать, где место, где запустить можно, бля. Это обратно ехать? Ну а что, зачем по этой дороге? Можно по хорошей проехать туда. А, понятно, не поедем, там закрыто. Да и там экскаватор стоит. Ох, какой мощный-то стоит. Он. Прикольно. Это классный же. Тема. Тут что-то дорог-то, смотри, вон, развилки, прям. Куча. Вот это, наверное, в карьер идет. Тоже проезд запрещен. Смотрите. Там тоже. А, ну вон оттуда машины-то эти идут. Их там грузят. А, так вон щебень отсыпается. Все правильно. Здесь щебенку они это грузят. Смотри, их сколько тут. Работает все, однако. Так, это была куда дорога направо? Там вон еще. А, ну да. Какой-то экскаватор. А, вон кран. А, это кран, мне интересно. Прикольно. Короче, объехали Вишневогорск. Ну и снова у него заехали. Короче, были сейчас на улице. Ветра дуй, поэтому сейчас ничего не обещаем. Еще запуска. Сейчас еще раз объедем, только по самому городу, по хорошей дороге. К подножию горы подъедем, машину поставим. И посмотрим, что да как. Будет ветер, нет, там удастся нам подняться чуть-чуть хотя бы, чтобы запустить. Это у них завода управления, наверное, тут. Ой, там смотри. На штрутер. Там, смотри, белое прям все лежит. Что-то. Как асбест какой-то, что ли. Ну, может, мрамор. А, может, мрамор, да. Ребята заехали куда-то вот к стадиону. Дверь открыта. Стадион работает с 8 до 9. Там вон пушка стоит. Тут тенек. Можно в тенек встать. А
Так, стадион, ребята, Горняк. Отсюда сейчас попробуем запустить. Правда, ветрено. Ну, попробуем просто в высоту хотя бы. Посмотреть с высоты птичьего полета, если получится. Да. Так, вы знаешь, это, от Мавика. О, у них тренажер здесь есть, смотри. Прикольно. От Мавика бы камеру оторвать, поставить Зине. Она больше весит. Более устойчивая. Слушай, а что, откуда запускать? Да, мне кажется, лучше со середины стадиона. Потом, чтобы ей возврат делать без проблем. Блин, наоборот, он на тройку-то садится плохо. Нет, я имею в виду, ну зато смотри, он никуда не может отклониться. То есть расстояние для отклонения большое. Что, бензином пахнет? Бензином-то пахнет. Багажник. Но может это только жара? Не знаю, но пахнет. Ну, в общем, ребят, вот видите, позапускали Мавик. Ну, там птицы к нему пристали. Вот, и ветер. Два раза он сигналил, что сильно ветер. В итоге мы его посадили. Сейчас в другое место попробуем поехать. Ну, или на обратном пути? Нет, сначала, конечно. Ну ладно. Короче, мы, ребята, поехали. Далее, смотрите, как они тут живут. Смотри, а вот тут лесенки какие-то. Я не помню их. Красивые. Но. Ну, вот это здание тут. Ну, госпурсовет типа какой-то. Почта России. Ой, а там какой-то храм интересный. Я предлагаю туда заехать потом. Ну. Хм. Столько ездим. Многого не знаем. Вот так вот. Да. Ой, куда-то опять нас занесло. До горы-то кажется, что немного подниматься. А на самом деле начнешь подниматься и кажется... И на самом деле долго, да? Вот тут стоянка. Так, или в ту? В ту. Да, в ту. Тут что-то камни какие-то, правда, блин. Давай, 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 едь. Веста, едь. Я знаю, у тебя испытания, как всегда. Прыгать по камешкам.
Была бы асфальтированная дорога, да, вот в эту гору. Так, чик. Да, мне кажется, заехать. Здесь-то? Нет, если асфальтированная была бы. Блин, они же вот ездят каждый день здесь. Ну. Вообще жесть. Картинка видно небольшая. Да, да, да. Ну, я не знаю, я-то не смогу туда никуда. Да и как запускать криво-косо-то? С руки, что ли? Не знаю, сейчас посмотрим вообще эту установку. Да. И вот эти радиотрансляционные, это они, блин. Тоже что-нибудь делают? Ну, они же радио. Вот ребят забрались в горочку, машинка вообще ехать не хотела. Хотя вроде горочка небольшая, но видите, участок дороги какой. С камушками. Ну и пробуксовывает, ESP срабатывает. Вот так вот. Так, ребята, ну все. Вот мы то, что смогли снять. Вот так вот пультик с антенками. Потому что смотрите, какая туча приближается. Ветер усиливается. И, соответственно, я его только поднимаю. На 50 метров поднял, блин. И он сразу мне дребезжит, что все, ребята, опускаемся. И дальше подниматься-то он не дает, он блокирует подъем. Вот. Защита от дурака, так называется. Поэтому все, линяем. Туча довольно-таки быстро идет. И, похоже, сейчас ливанет. Но мы сейчас еще проедемся, посмотрим, что там за церквушка была. А, магазин за хлебом еще надо, блин. Ёлопал, точно. Все. Погнали. Так, сейчас немного еще проедемся по городу Вишневогорскому. Церковь хотим посмотреть. Но где-то нам надо направо свернуть, чтобы вниз спуститься. Но... Так, что можно сюда свернуть? Давай сюда. Сюда, ты думаешь, дорога? Фиг его знает. Тут что-то к домам машины едут. Нет, к домам я дальше вижу, это не тупик же. На улицу Ленина там выходит дорога. Блин, как они так живут? Это представляешь, они постоянно они ходят в горку с горки, в горку с горки. Ну, зато, наверное, у них это легкий объем больше. А, вот был сворот. Дорога. Оп, ехали. Сейчас, кстати, на улицу Ленина выезжаем. Так-то это же везде центральная улица получается. Ленина-то. Посмотрим, что у них тут по Ленину. Ой, едем по улице Ленина. Чё он? Сигналит. Так, ну церковь где-то здесь же была. Угу. Где-то прям близенько. Тут ремонт, нифига, у них тут раскопки. Прям раскопище. Запах. Угу.
Окно как-то открыли, да? А почему из окна, я не понимаю. Так, слева. А где церковь-то, которую мы видели? Чудес же не бывает, где-то она есть. Только где? Наверное, здесь направо. Ну, не здесь, а дальше. О, собачка, собачка. Слушай, я не вижу эту церковь. Мы же ее видели, да? Я не видел. А, не видел? Вот ты видел, видел, значит. Ну да. Чик. Самый прикол, знаешь, в чем? Что, смотри, какая-то дорога появилась, которая идет прямо. Блин, ребят, нашли какую-то дорогу непонятно. А, ну все. Закончилась. Она, видимо, заканчивается. Да. А где церковь, я так и не понял, блин. Потому что, видимо, проехали мимо, нет, не кончился асфальт. Интересно. Построили же асфальтированную дорогу для чего-то. Из камня здание. Пока, ребят, мы едем. Самое интересное, что дорога... А вот тупик сейчас будет. Самое интересное, что дорога асфальтирована. Ну, докуда это ее сделали же. Оп, асфальт закончился. Тут финансирование, видимо, прекратилось. Ну, сейчас посмотрим, докуда она, и обратно поедем. Что там? Кирпичи. Все, да, упер. Точно какая-нибудь водоочистная. Тут очистные какие-то. Так, нет водоема. В общем, склады какие-то приехали. Видимо, склады для военных. Я так понимаю. Ну, что, может, все предприятие вообще? Ну, может, предприятие. Ну, смотри, колючкой все обнесено, как серьезно. Пусто? Нет, ну у них же тут взрывчатка может быть. А, точно, тут же добыча. Могут взрывать горные породы, да. Ну все, возвращаемся. Все, ребята, нам осталось. Где эту церковь видел? Вот ее видите, все, и уехали домой. Решили за хлебом дома заехать. Блин, такая туча прям мощная. Да. Так, на горке встали. Скрылась, нормально. Так. Ну да, вон купола торчат. Все, ребят, нашли мы церковь. Вот она какая, еще и строится что-то. Как на крепость какую-то похоже, да? Больше. Все, можно уезжать. Колокола он есть. Что это за церковь-то не написано? Ну, сейчас посмотрим. Это церковь Иоанна, святого Иоанна Предтечи. А вот этот санаторий справа. Ну все, мы, ребят, на выезд. Сейчас тучка нас грянет уже. И ну, где мы тут выйдем, наверное, да, все-таки. Магазин «Каприз» был. Вот смотри, магазин за хлебом «Пятерочка». Так «Пятерочка», хлеб «Пятерочка». А, да, «Пятерочки». Не очень. Ладно, едем. Здесь дворы. Еще магазин. Магазин же. Магазин. Каравай. Каравай, каравай. Ох, кого хочешь, выбирай. Так, вот мы выехали на дорогу. Да. Какую-то. А, ну все понятно. По прямой. Понятно. Решили прямо проехать. Частный сектор. Ух, блин. Тут горка-то хорошая. Забираемся. Магазин кондитерской фабрики. Голицын тут есть, но она не работает сейчас. И магазин не работает. То есть выходной день. Тик-тик-тик.
люди тут в горочку все ходят. Вон, видишь, как называется? Первый лесной переулок, второй лесной переулок. Ну, собственно, ничего такого здесь, да? Просто домики. Где-то нам надо свернуть будет сейчас. Ну, наверное, и выйдет плавно. На эту дорогу. Видишь, как на карте-то? Уходит куда-то туда, вправо аж. А там что-то куча дорог каких-то. Ну, поехали туда, что. Короче, поехали. А куда? Куда-то. Ну, мы все равно параллельно как бы, практически поедем. Параллельно, и выезда-то нет. Почему? Вот, видишь, там дорога, и туда потом можно проехать. Нормально. Так смотри, дорога тут ровная. Лучше, чем там, в самом Весневогорске. О! Овцы. И козел. И дорога хорошая. Классно. Вот ни разу здесь не был. А еще бы. Мы тут не ездили никогда. Ровная дорога, горочки, люди все в горы, с горы. Да. Ох ты, жарко. Чего мы сейчас? Да? Налево. Я думаю. Тут как бы город типа продолжается. Дорога-то кончилась хорошо. Так. Остановка типа где-то. А, слушай, так у них может это типа сады здесь, что ли? Или нет? Дома? Частный сектор называется. Ну ладно. Вот там сверкает уже. Ну, она может туда и свалит. Ну, может быть. Косли. Не, пускай она спадет хотя бы краешком. Маленько. Хотелось бы. Машинка пыльная стоит. Еще один магазин. Вау, ты видел, там красиво было. Много раз. Ага. Ты, по-моему, туда снимал. Ну, частично. Че, куда нам? Там-то асфальтированы. Да. Так, ну где-то мы должны на эту дорогу уже выехать. Ой, это что такое? Смотри, тут мини-карабаш какой-то есть. Вау, блин, я туда не снимал. Тут речка какая-то бежит. Вон дорогу я вижу. Интересно. Блин, мы сейчас от молнии поедем в другую сторону. А вот если ты камеру высунешь, тебя может попахнуть. Я сейчас вот она редко, я чтобы ее снять-то ее. Нет, я имею в виду, молния же может. По палочке. Этот. Электроника же. Так, все, на Снежинскую дорогу. Сейчас попрем. Да, ребят, вот и вы тоже познакомились с Вишневогорском. Он опять там пуляет. Гроза. Ну, в машине молнии можно не бояться. Че это он? Как она называется? Клетка Фарадея или кого-то? Что? То есть ты имеешь... Один потенциал вместе с высоким напряжением. Да. Ага. Как птички сидят на одном проводе. Мы уже в город едем, поэтому, ребята, всем спасибо большое, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. По желанию лайкосики, комментарии и так далее. Всем из Вишневогорска привет. Ну, из Козлей тоже. Если кто есть из этих городов, меня вдруг смотрит, то пишите, куда у вас еще можно съездить. Где что заснять, людям показать. Можно так прославить, так сказать, место нашего обитания. Ну, это такая у меня идейка. Посмотрим, что получится. Ну все. Всем до встречи. Ребята, смотрите, какая красота. И молнии бьют везде. А? Так и лучше, чтобы она сюда не пришла. Ты что ты? Что, страшная? Конечно. Все. Она гремучая вон, и там все сверкает. Вау. Слушай, блин, тема. Блин, а я не заснял. Ты заснял? Ну, у меня все снимается.
Я поймать не могу. Молнии. Ладно, все, мы валим отсюда. Поводы кусаются. Сейчас бы куда-нибудь в эту. И сюда поближе шоркнул. Ага. Далеко громко. Там-то он уже больше не дышит. Блин, ветер поднялся, капец. Деревья гнет, ёлы-палы. Вот реально жара была, сейчас что-то будет. Вот сейчас и не знаешь, ставить под деревья. Тоже поставишь, да? Дерево на тебя. Ба-бам! Вау! Сейчас мы по ветру поедем. Поливает, будь здоров. Я даже не знаю, как из машины выйти. Тут просто топится. Тут уже лужи. Сейчас плавать будем. На! Чего надо пересдать, что ли? Чтобы до дома-то добежать. Плыть неохота. Вообще никак неохота. Офигеть. Как мне домой идти? Непонятки. Да, полторы недели жары, сейчас погода дала жару нам. Блин, надо как-то до дома дойти.